Отведайте, Билл. Что это? Удивительный аромат. Легкое, но есть крепость. Вино из одуванчиков. Никогда не пробовали? Не приходилось. Ни на что не похожий запах. Запах прошлого лета. Многие считают одуванчики сорной травой. Проходят, не замечая, а они вон. Смотрите, вон стоят, гордые, как львы. Угу. Заглянуть в кошельки придется и владельцам садовых участков. Точнее, тем, кто разведет сорняки. Может грозить штраф. Частным лицам до 500 рублей, должностным до 1000, юридическим до 10 тысяч рублей.